Дамы и господа, леди и джентльмены, бой за титул чемпиона мира по версии IBA Asia Welterweight! Ваши аплодисменты! И на ринг приглашается боец синего угла ринга из Узбекистана Хусан Юлдашев! Хусан Юлдашев, вес 66 килограмм, 300 грамм. И встречаем его соперника, бойца красного угла ринга. Россия, Сергей Акопян! Сергей Акопян, вес 66 килограмм, 550 грамм. Десятираундовый поединок. Рефери Копцев, судьи Летунов, Мальчиков, Циренов. Дамы и господа, будет 10-раундовый поединок, поэтому огромная просьба всех занять свои места и не сталкиваться около нашего ринга. Дамы и господа, объявляется гимн Узбекистана!
Хусан Юлдашев, Узбекистан. Дамы и господа, объявляется гимн Российской Федерации.
Второй раунд. Третий раунд. David, David!
Четвертый раунд. Спасибо.
Что ж, дамы и господа, в пятом раунде на 48-й секунде техническим нокаутом победу одержал и завоевал титул чемпиона мира по версии IBA Азия Сергей Акопян! Ну что ж, дорогие друзья, слово предоставляется чемпиону по версии IBA Азия Сергею Акопяну. Всем вечер добрый, дорогие друзья. Я в первую очередь хочу поблагодарить своего тренера Сарибекяна Тиграна. И слова благодарности хочу внести Дульцему Вадиму Ивановичу за огромный вклад в мое развитие. Плюс моего менеджера Актая. Очень сильно хочу поблагодарить за веру, за все остальное. И вот, дядя Редика, спасибо огромное за все вам. И всех людей, кто приехал поболеть, и всех, кто верили в меня, я очень благодарен. И я хочу поблагодарить организаторов Шамира Петросяна и Георга. Всем спасибо. Всего доброго, всех благ. Ну что ж, дорогие друзья, ваши аплодисменты. Сергей Акопян! Чемпион мира по версии IBA Азия! Welcome to life! Мы потихонечку движемся дальше.